Приветствую вас на канале Beauty Maker. Сегодня мы поговорим об уходе за кожей лица. Я бы хотела рассказать вам о своем вечернем уходе за кожей лица. В моем предыдущем видео я рассказывала об утренней рутине, ну а сегодня расскажу свой вечерний вариант. Первый этап, конечно же, очищение, снятие макияжа. Обычно при снятии макияжа я использую гидрофильный бальзам от компании Хэймиш. Вот такая очаровательная по дизайну баночка, очень удобная в своем использовании. Крышечка открывается вверх, имеется лопаточка, приятный нежный аромат, текстура похожая на твердое масло, баттер. Этим продуктом я уже пользуюсь около месяца, и в целом он меня устраивает. Но для меня на все 100% со своими задачами он не справляется. Я рассказывала, как использую его по утрам в своем видео об утреннем уходе. Там он меня устраивает полностью. Но вот в вечернем уходе я, конечно же, стараюсь все-таки добавлять еще дополнительные средства. Что касается именно снятия макияжа. Не всегда этот продукт справляется у меня с данной задачей. Вот, например, я наношу примерно пол вот этой мерной лопаточки, половину, на кожу. При соприкосновении с кожей, при воздействии тепла, он начинает растворяться на коже и превращаться в масло, которое, соответственно, начинает растворять наш макияж. Нужно помассировать минуток 5 хотя бы и смывать просто обычной водой. При взаимодействии с водой данный продукт уже приобретает консистенцию молочка. Конечно, таким результатом не до конца можно быть довольной. И я использую еще пенку для умывания, чтобы уж до конца завершить этап очищения кожи. Это очень интересный бальзам, который в свое время был очень сильно популярен и сейчас достаточно популярен на рынке корейских продуктов. Многие любительницы гидрофильных масел заимели его в свою косметичку. И неспроста, ведь кроме всего прочего, он еще и неплохо, как по мне, очищает поры. Именно для этого я еще использую его и по утрам. Состав у него очень приятный, содержит натуральные аромамасла. Вот натуральные компоненты в составе позволяют добиться глубокого очищения кожи. Очень экономично расходуется, удобно брать с собой, крышечка сама не открывается, достаточно плотно защелкивается. Могу посоветовать. Следующий этап моего вечернего ухода, конечно же, тонизирование кожи. Какими бы прекрасными не были продукты очищения, все-таки кожу надо привести в тонус после этой манипуляции очистки. И для этого я использую корейский тонер от компании с трудновыговариваемым названием Пьюнганг Юль. Вот этот мой замечательный любимчик, который я не переставала нахваливать в видео об утреннем уходе и продолжу нахваливать здесь и сейчас. Ну, безусловно, это оформление. Я вообще на всем этом отдельно становлюсь в отдельном видео, посвященном этому бренду, потому что я готова петь хвалебные оды сколько угодно. Настолько сильно мне нравятся продукты этой марки. Но вот тонер, он прям мой любимчик. Он для меня сродни по действию какой-то сыворотки или эссенции, чему-то более серьезному и глубоко воздействующему на кожу, чем просто тонизирующий продукт. Буквально несколько капелек я наношу на ладони. Заметьте, я не использую ватные диски, потому что мне жалко, что этот продукт впитается в ватные диски и не весь попадет мне на кожу. Мне кажется, использовать именно вот на пальчики, на ладони гораздо экономичнее. Да, продукт не из дешевых, но попробовав его, конечно же, я сразу поняла, что он абсолютно стоит своих денег.
Донор очень имеет интересную консистенцию, слегка тягучую, не совсем жидкую, немного густоватую, но в то же время не совсем густую. Ну, собственно, на этапе тонизирования я иногда делаю массаж лица. Раньше я пыталась это делать с кремом, но сейчас вот этот крем, который я использую, он жирноват для этого, и я слишком много нанесу продукта, если буду делать им массаж. А вот тоником отлично получается делать массаж лица. Мне нравится в этом тонике то, что он впитывается практически моментально, не оставляя после себя на лице никаких неприятных ощущений, только ощущение отсутствия вообще чего бы то ни было на лице. Мне это так нравится. Ни липкости, ни жирности, ничего. Он справляется с задачей тонера, убирает вот эту стянутость, сухость. При длительном использовании этого продукта и вообще в целом могу сказать по всей линейке Pyeongchang Kiehl, которую я использую уже около месяца, могу сказать, что в целом кожа моя улучшила свое состояние, стало меньше высыпаний, кожа стала более сбалансирована в плане жирности и сухости, потому что она у меня всегда комбинированная, но тут она как-то больше сравнялась. Она напитанная, увлажненная, свежая, приятная. Вы знаете, у меня есть такой приборчик, возможно, вы слышали о нем, называется Дарсонваль. Это микротоковая процедура, которую можно проводить как и в салонных условиях, но также и дома. И, возможно, у многих из вас тоже дома есть этот аппарат. Мне когда-то о нем рассказала подруга, и я очень заинтересовалась и тоже приобрела себе. И вот когда делаешь курс этих микротоков, там, допустим, неделю, я уже не помню точно, как там делается. Кстати, если вас заинтересует этот вопрос, можете написать мне в комментариях, и я сниму видео про Дарсонваль отдельно. Так вот, после курса очень виден эффект. Кожа становится такого однородного тона, прям вот свежеет, подтянуто, классно становится. И вот похожий эффект я заметила от использования продуктов бренда уходовой косметики Pyeongchang Kiehl. После использования тонера я обычно вечером наношу сыворотку. Сыворотка из этого набора базового Pyeongchang Kiehl. Раньше я всегда использовала сыворотки другого бренда. В принципе, мне нравился эффект от них, такой подтягивающий, немножко лифтинг, освежающий, приятный. Все это я вижу в этой сыворотке, но меня удивила ее вообще консистенция. Вот посмотрите сами, она выглядит как молочко. Не было у меня раньше никогда сыворотки с молочковой консистенцией. Опять же, как и у всех продуктов Pyeongchang Kiehl, запаха нету абсолютно. Слегка жирноватенькая для сыворотки, но после нее кожа, как видите, даже она не блестит, она остается такой матовой, не липкой и такой напитанной. Наношу обычно я сыворотку притаптывающими движениями по массажным линиям. Продукта я расходую совсем немного. Но знаете, вот я как бы за месяц использования еще не поняла, по этому продукту экономичный он или нет. И тут такая интересная баночка, даже трудно понять, сколько я уже использовала. На самом деле она не прозрачная, она из очень плотного стекла, затемненного, затонированного, очень красивое оформление. Но вообще из всех продуктов, пожалуй, единственный минус, который я для себя выделила, это в формате ампулы этой сыворотки. Не совсем удобно извлекать продукт из баночки, особенно когда он заканчивается, придется, я думаю, ее немножко переворачивать как-то, чтобы достать оттуда продукт. Но опять же, это я придираюсь к самому продукту, по качеству и по выполняемым им функциям у меня вообще нет претензий. Думаю, то, что должна выполнять сыворотка, эта сыворотка вполне справляется. Причем, скажу даже больше, мне она даже, можно сказать, заменяет крем. Она такая прям, ну, плотненькая, не легкая совсем. И думаю, что в летнее время я буду использовать только сыворотку и даже крем только иногда на ночь. После сыворотки
как раз идет для меня время крема. На зону под глазами я наношу свой крем для глаз. Это Marine Care Rich Cream от Hamish. Не сказать, что я прям в восторге от этого продукта. Для меня он оказался жирноват. Он имеет очень плотную консистенцию, очень жирный. И наношу я его под глаза совсем-совсем минимум. Иначе у меня будет ощущение под глазами, что мне чем-то жирным намазали. И это мне совсем не нравится. Как бы я не противилась кремам для глаз, все-таки я думаю, что есть в них рациональность их использования, потому что, вот, скажем, у меня кожа под глазами очень тонкая, и мне кажется, она нуждается в дополнительной защите. Ну и завершающим этапом вечернего ухода для меня, конечно же, является нанесение моего любимого крема Пюнган Кьюль, который я также и утром использую, и на ночь. Вот на ночь он вообще работает замечательно. Именно в ночное время у него появляется вот больше возможности себя проявить. Вот за ночь он прям как маска работает, даже похоже, потому что на утро после его использования кожа выглядит отдохнувшей, посвежевшей, такой напитанной, увлажненной. Крем жирноватый, наносить его надо совсем немного. Соответственно, отсюда вытекает плюс в экономичном расходе продукта. Ну и эффект вообще на самом деле я вижу. Уже буквально месяц я им пользуюсь и вижу результат. Кожа стала ровнее, свежее, подтянутее. Мне очень нравится этот крем, я могу всем посоветовать. Вообще, если даже начинать вот с более серьезной какой-то корейской косметики, советую вам обратить внимание на бренд Пюнган Кьюль, на именно вот их наборы по базовому уходу. Наборы покупать выгоднее и дешевле, чем по отдельности. И тут у вас уже как бы сбалансированная система ухода. Ну а после я отправляюсь спать. Кстати, иногда в течение недели я также добавляю в свой уход пилинги. Пилинг-скатку очень люблю. Зачастую использую альгинатные маски. Мне очень нравится их действие. Вот такой простой, нехитрый у меня домашний вечерний уход. Посмотрите видео об утреннем уходе и советую посмотреть следующее видео, в котором я сделаю обзор на вот такой вот наборчик от Пюнган Кьюль. Я сделаю обзор, расскажу о каждом средстве поподробнее и о бренде в целом, и почему именно его я выбрала сейчас для своего ухода. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте палец вверх, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал Beauty Maker и жмите колокольчик, чтобы не пропустить все новое и интересное. Ну а я вас всех целую, люблю. Пока-пока.